Здорово, с вами Словак. Сегодня с Дашей решил выйти погонять. После съемочек прохождения видеоигр дал на своем велике погонять. Только что фоткались, прикольные фотки, я их выложу в видео прямо сейчас. Посмотрите, оцените как. Оно едет. Ну что, нормально? Да. Вообще-то я хотел покататься, ну как бы. Не судьба, видимо, сегодня кататься. 17 февраля. На улице плюс 10. Вообще жара нереальная, мне так жарко. Я без шапки даже хожу. Даша там наяривает. В куртке, в шапке, блин, походу жарко. Смотри, машина, аккуратно. Я вижу. Я сейчас посмотрю, как ты видишь. А она свернула все равно. Тебе не повезло. Классно снимается, видите, да? Упрошечка. Похождение. Сейчас будешь по трубе идти. Я по этой трубе, когда был малой, очень боялся ходить. Я уже это говорил, походу, или нет. Шо? Говорил, говорил. А на видео говорил? Нет. А уже сказал. А вот труба. Так давай мы тебя скинем сейчас. Я больше собаку боюсь. Блин, ладно. Это как? Вон впереди видишь дом? Какой? Вот этот дом вот. Вот этот дом строился год. Летом. А вот этот начал сразу с лета строиться. И он уже построен. Это как вообще? Так как они так быстро строят, я не понимаю. А Федь, я живу вот тут, вот рядом дом вот этот. Тут где Даша. Короче, я не замечал. Ну правильно, оно просто во дворах не видно. Я туда даже не ходил, там уже реально, смотрите, построили. Охереть просто. Ну вот тут я же имею в виду. Вон туда пошли зайдем. Шляемся по лесу. Классно, да? Слушай, еще снег идет. Сейчас будем проверять, короче, 240 кадров в секунду на GoPro. Как оно выглядит. Давай на вроде дерева, чтобы эпично было. Шо, Эм? Вот здесь вот? Давай здесь вот. Чай переключу, тогда режимчик. Ты над головой кидай. Не в меня, а над головой. Что ты такая? Подожди, ты хочешь со спины, чтобы я тебя снял, или спереди? Давай. Давай. Алле! Что-то его мало. А где он? Ну, мы потом посмотрим. Даша предложила потрясти елку. Подожди, а ты дотянешься? Стой, не надо. Вот так нормально, сейчас туда херай. Подожди, стопэ. Давай пробуй, только слышу, тебя не дает. Да нет, ты возьми, возьми просто за елку. Подожди, стопэ, у меня вот там елка есть круче, вот сюда. Вот. Та-да-да-да. Боже, чем я занимаюсь? Вот это? Вот это, да. Подожди, да, я как-то стану охереть. Давай, только ты будешь бить ее или... Ты как-то странно строишь. А ну да я, может, ее потрошу. На, ты меня сними теперь. Я сейчас как мужик чисто. О, у тебя пуха, ну подожди. Наклони его немного. Смотри, я тебя засыпаю. На, короче, снимай. Давай. Она уже снимает еще. Хорошо, давай. Пальцы не попадать. Значит, я одену капюшон. А то сейчас все будет за шиворотом. Ой, это так долго сейчас. Это тактика, пацаны. Что это долго? Она ставила? Выключилась. А? Выключилась. Есть? Да. А что это было? Не знаю. А ух ты, у тебя капюшон такой. А? Офигеть, у тебя капюшон маскировка. Да. Норм так. Давай. Да. Нормально? Нормально. Жестко. Посмотрим, что будет. Утро начинается не с кофе. Блин, я вот почему, когда врубаю камеру, не так смешно становится. Потому что вот. Вот. Вот.
на улице. Да, в Дюмфрисске это понятно, и 9 часов. Я в Дюмфрисках, и мне сейчас будет очень жарко. На работе, я уже работаю. Да-да-да. Короче, весело сейчас будет, сейчас на улицу вышли. Что-то будем бегать на улице. И что-то поснимаем, естественно. Сейчас, кстати, все вышли на улицу, сейчас будем. Может, кого-то другого интервью возьмем. А ну, Геракл. Ты нажмешь на экран? Да. Главное, чтобы ты не подумал. Спасибо. С тобой работа лучший двухосевой стабилизатор, Серега. Там, кстати, есть стабилизатор. На. 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 Рассказывай, как офигенно. Тяжело. Тебе тяжело. С такой телегой бьем сюда. А я еще отсутствовал месяц. Да ты вообще... Это просто... Европа. А сколько она весит примерно, как ты думаешь? А ну подними. 50 где-то есть. Короче, мы толкаем эту хрень, и ты нереально тяжело. Пол резиновый, оно железное. Ну да, это жесткое салатство. Оно, кстати, там на конце жопа вообще. Мне после бугорка затирается, да, да, да. Переезд. Жопа. Давно не было тренировок. Серега, показывай. Показывай. Сейчас погоним. Щёстко. Ну что? Нормально? Хватит рай. Но меня занимай. Как я буду? Короче говоря, продолжаем готовиться к соревнованиям. Я уже, скорее всего, буду выступать летом, так что я буду больше и чаще снимать свои тренировки, так как уже теплее, тренировки будут на улице, и это все будет намного проще снимать, и намного интереснее, и так далее. А то сейчас все серо, в основном не снимаю ничего. На этом, в принципе, все. Видео подошло к концу. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить данные видеоролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!